Саныч, сегодня мы делаем браслеты. Сегодня мы будем делать браслеты из бонстиков 4 для девочек и мальчиков. Сначала мы откроем пакетики, которые у нас остались. Няша! Нам попалась Няша. Второй. Хлопун! И еще один хлопун. Снежка! Нам попалась Снежка. Джингл! Третий джингл! Ну, теперь будем делать браслеты. Чтобы сделать браслеты, нам понадобятся бонстики, бусы и резиночка. Сначала сделаем браслет для девочек, который будет менять цвет от холода. Отрезаем резиночку. Я отрежу. У нас есть такие розовые бусинки специально для девочек. Надеваем первую бусинку. Надели 3 бусинки, теперь бонстика. Еще 3 бусинки. Надеваем Юни. Еще 3 бусинки. Гремли. Няша. Снова Няша. 2 бусинки. Еще 1 бусинку и завязываем. Браслетик, который меняет цвет от холода, готов. Мама, померяй. Мы его заморозим и покажем, как он поменял цвет от холода. А сейчас давай сделаем браслетик для мальчиков. И нам понадобятся вот эти бусы. Отрезаем резиночку. Надеваем первую бусинку и завязываем. Завязываем наш браслетик. Можно мерить. Держи. В самый раз. Давай еще сделаем браслетик из светящихся бонстиков. Да. Мы сейчас браслетик сделаем из светящихся бонстиков. Для мальчиков или для девочек? Для девочек, конечно. Да, ты так хочешь подарить браслетики? Да. Ну, давай делать. Вот розовые. Да, мы будем использовать розовые и желтые бусинки. Джингл. Как он получился яркий. Девочкам понравится. Вот такой вот яркий браслетик у нас получился для девочек. Мы их украсим еще блесточками. Теперь этот браслетик у нас будет блестеть и светиться в темноте. Пусть блесточки сохнут. А мы сделаем еще браслетики. Теперь мы будем делать королевский браслет. Из нордов и квини. Еще добавим чучка и оленей. Вот такой королевский браслетик у нас получился. Давай его померяй. Ну хорошо. Самый раз. Сейчас мы его тоже заморозим. Мы его тоже заморозим и покажем вам, как он поменял цвет.
И еще мы сделали второй браслетик из светящихся бонстиков. У нас осталось только розовые бусинки, поэтому он получился для девочек. Ну, такой же браслетик можно было сделать и для мальчиков. На этом браслетике у нас есть один бонстик 5. Мы его сами сделали, и у нас есть уже это видео на канале. Да, на нашем канале есть видео, как мы делали вот такую вот пятую коллекцию бонстиков. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.